Летим высоко. Под таким названием в краевой столице прошел 11-й по счету губернаторский бал. Его участниками стали более 2500 выпускников. Среди них и славянские ребята. Своими впечатлениями перед отъездом в краевую столицу они поделились с нашей съемочной группой. Губернаторский бал проходит в крае в 11-й раз. Его участниками ежегодно становятся отличники учебы, стобальники единого госэкзамена, победители международных, всероссийских и краевых олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активные участники общественной жизни. Среди тех, кому выпала честь в этом году попасть на губернаторский бал, Роман Проскурин. Неоднократный победитель всероссийских и краевых олимпиад по различным предметам. После упорного труда небольшая передышка. Уроки позади, лекции впереди. Когда я первый раз услышал о губернаторском бале, это было год назад, я сразу же поставил себе цель попасть на это мероприятие. Всегда хотел научиться танцевать и танцевать на таком грандиозном вообще мероприятии в Краснодаре перед губернатором. Это очень захватывающе и да, действительно, это достойно всех этих подготовок, репетиций. А репетиций было много. Готовились к этому событию славянские ребята еще с февраля. Разучивали бальные танцы, репетировали флешмоб. Ведь именно им, словно в сказке, выпала честь попасть на бал. Причем губернаторский. Такой шанс получили 43 талантливых и одаренных в учебе юношей и девушек из Славянского района. Мы отправляемся на ежегодный губернаторский выпускной бал в делегации лучших выпускников Славянского района, которые по итогам конкурсного набора стали участниками этого замечательного события окончания учебного года. И в состав делегации у нас вошли победители различных муниципальных и всероссийских краевых конкурсов, олимпиад, творческих конференций. Вошли наши ребята, которые получили 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Ольга Масенко уже определилась с выбором профессии. Хочет стать учителем по физкультуре. Оно и понятно, имеет золотой значок ГТУ. Но планы на будущее будет строить позже. Сейчас она в предвкушении долгожданной поездки. Когда я узнала, что я еду, я, наверное, неделю не могла прийти в себя. Я очень рада, что я еду туда. Я познакомилась с детьми, которые достигли в своей жизни уже многого. Мне приятно с ними общаться, приятно узнавать от них что-то новое, приятно делиться своими эмоциями, впечатлениями именно с ними. Без сомнения, колонна выпускников школы Славянского района достойно представила свою малую родину на таком грандиозном мероприятии. Этот праздник для них – заслуженная награда. Алена Лавринова, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко, программа «События».